Новые скейт-парк и памп-трек открылись в парке «Скидские пруды». Благодаря программе губернатора Московской области у молодежи Сергиева Посада появилась возможность не только экстремального досуга, но и проведения тренировок и соревнований по ряду спортивных дисциплин. Нам максимально нужна была такая площадка, потому что с 2020 года большинство спортов, которые здесь представлены, являются олимпийскими. И, к сожалению, Россия даже не прошла отборочные, потому что уровня наших райдеров не хватает. И ребятам нужна такая площадка для того, чтобы заниматься, тренироваться. И это будущие олимпийцы. Вот кто это такие. То есть это большое спортивное сообщество Сергиева Посада. Кик-скутер, самокат, скейтбординг, BMX, МТБ. И сегодня не представлены ролики, но по определенной причине. На площадке яблоку негде упасть. Все хотят попробовать себя на свежем треке и бетонном пуле, аналогов которому мало не только в нашем округе, но и во всем Подмосковье. По словам опытных спортсменов, реальное качество площадки покажет только время. Однако работы выполнены опытным подрядчиком с учетом специфики представленных спортивных дисциплин. Памп-трек прикольный, у меня дети тоже катаются. Очень рад, что теперь по выходным можно будет здесь позаниматься. Пул, он, конечно, больше для скейтов, самокатов. Ну, в общем, за памп-трек спасибо. В рамках открытия на площадках прошли соревнования среди желающих. Различные призы победителям подготовили организаторы праздника, подрядчик, Московская скейт-школа и парк «Скидские пруды». В прошлом году мы вступили в программу губернатора. Это программа по формированию комфортной городской среды. В рамках нее мы смогли реализовать экстрим-зону для нашей молодежи. Наши ребята очень просили, полностью участвовали в этом проекте. И спасибо, конечно, большое Андрею Юрьевичу, что у ребят есть такая возможность из разряда, что если они что-то хотят и могут пожелать, то это есть такие программы, в которые можно вступить и учесть пожелания наших жителей, наших ребят. По словам организаторов праздника, ближайшие соревнования в скейт-парке пройдут не раньше следующего сезона. Ребятам нужно обкатать площадку, чтобы показать себя достойно. Михаил Зуйков, Вячеслав Шумов, программа «События».